Компьютерные ошибки опять с вами. И в этом видео мы рассмотрим, как подключить наш принтер к нашему ноутбуку. Давайте попробуем настроить наш принтер и подключить его к нашему ноутбуку, чтобы печатать. Для начала подключаем кабель питания. Вторую сторону кабеля подключаем к розетке. Вам нужно также подключить кабель USB. Кабель USB как мама, папа USB. Одну сторону подключаем на принтер, а вторую сторону кабеля подключаем к нашему ноутбуку. Теперь нам нужно скачать драйвера. Чтобы скачать драйвера для вашего принтера, вам нужно узнать его модель. Модель может писаться на самом принтере, это может быть с нижней стороны, это может быть с боковой стороны, ищите модель вашего принтера. Также может писаться на коробке вместе с принтером. У меня модель принтера Canon LP6020B. Сразу же первая ссылка ведет на официальный сайт производителя. Скачивайте с официального сайта производителя. Windows 10, допустим, у меня, я выбираю здесь Windows 10. Windows 10 64 бита. Смотрите на разрядной системе. Если у вас Windows 10 32-битная, скачивайте для 32-битных систем. А поддержит Windows 10, Vista, 7, 8 и так далее. Выбираем просто загрузить и принять. И нам нужно вставить в него бумаги. И включаем наш принтер. Кликаем правой клавишей на нашем драйвере. Запуск от имени администратора. Здесь у нас появилась папка. Давайте запустим эту папку. Внутри папка Drivers. Еще раз эту папку. x64. И внутри есть папка как Setup. Установщик. У вас может быть сразу автоматически начнет устанавливать. А может быть вам нужно вручную устанавливать. Вручную тоже несложно. С помощью диспетчера устройства вы уже указываете путь до папки с драйверами. Выбираем Setup. Установщик. Далее. Да, установлено USB соединение, включили наш принтер и подключили его по кабелю USB к нашему ноутбуку. Давайте нажмем просто далее, и он автоматически определит. Далее, давайте кликнем да, сразу автоматически он пишет, что нам нужно выключить и включить принтер. Здесь мы можем перезагрузить компьютер сейчас, если поставим галочку, то перезагружаем. Выход, отсюда выход, закрываем это окошко, панель управления, оборудование и звук. Устройства и принтеры. И в списках мы видим, что появился драйвер принтера, как Canon LP6020B. Давайте по умолчанию укажем, чтобы этот принтер был по умолчанию. Использовать по умолчанию. Установить этот принтер в качестве принтера по умолчанию. Да, окей. И сразу же у нас автоматически галочка появилась на этом принтере. И давайте теперь попробуем распечатать что-либо. Просто выбираем файл печать. И сразу видим, что наш принтер в списках определился как принтер Canon LP6020B. Написано готово, значит принтер должен сразу же печатать. Кликнем просто печать.